Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y, por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Наташенька, я тебя прошу, пиши каждый день. Или хотя бы раз в три дня. Мам, я намекаю, на дворе 21 век. И я намекаю, на почту ходить не надо. Шли по электронке. Ладно, я жду занятиями. Если что-нибудь случится, смс-ну. Я тебе смс-ну, чтобы ничего не случилось, поняла? Вообще-то это приличный лагерь для приличных детей. И мы туда едем английский учить. Вот, и веди себя там прилично. Сиди и зубри. О, а то знаю я вас, молодец. Мам, не волнуйся, я ж скоро. Я буду скучать. Мам, ну всего же на месяц. А я все равно буду. И папа тоже. Ну давайте, счастливой дороги вам. Спасибо. Пока, пап. Я люблю тебя. Пока. Все, заходим в автобус. Всем привет. Совсем большая стала. И Танюш уже большой мальчик. Так что вещи сам соберешь. И чтоб через час твоего духа в квартире не было. Улыбаемся, машем. Ирина. Не начинай. Прощаемся без надрыва. Ирина. Ну, Ирина. Проверяйте паспортные данные. Если все в порядке, то расписывайтесь у моего помощника в книге регистрации. Оплата там же. Угу. Да, все в порядке, кажется. Кажется? Вы готовы заплатить за кажется? Читайте внимательно. Это знаменитая художница Екатерина Дронова? А как вы догадались? Только она вечно живет в трубку. Ты с новостями? Мне привезли приглашение. Они такие стильные. Хочу вам быстрее вручить и обмыть это событие. Ты как? Положительно. Тем более у меня тоже для вас сюрприз. Mm-hmm. Подожди, я Ирку к нашему разговору подцеплю. Mm. Алло? Ирен, у нас для тебя сюрприз. Вечер свободен? Вечер свободен, и не один. Вот Наташку отправила. Сейчас Андрюшу провожу и к вам праздновать развод. С меня шампанское. Чего? Чего? Все-все-все. Подробности позже. На связи. Ну, девочки, за нас с вами и за фиг с ними. Рассказывай, как он оправдывался. Валил все на природную мужскую полигамию. Я на деловой встрече. Освобожусь через час. Да.
На. Я бы тоже не отказался от таких дел. Он ей платит? Ей-то он платит больше. Ну, у нее и работка, не дай бог. Все, девочки, хватит об этом. Правильно. Показывай свои пригласительные, Кать. Сейчас. Это тебе, Ир? Красиво. Это тебе, Жан. Через 2 недели? А что ты оденешь? Ничего не надену. Смело. Не смешно. Я вообще не пойду, мне не в чем. Подожди, а то черное платье, которое мы под Новый год тебе купили? Я в него не влезаю. Ну, тогда мой сюрприз как раз тебе кстати. Внимание! Клиент подарил ваучер. Санаторий «Янтарные берега». СПА, массаж, полный релакс. Ну, здесь так написано. Красота. Ну что, едем? Как? В смысле, мы втроем? Да. А как же клиент? Он наверняка рассчитывал с тобой поехать. Ну, рассчитывала, правда, жена не пустила. Ну что? Я, пожалуй, пас. У меня же абитуриентка, которую я натаскиваю к экзамену. Ну, отдохнет твоя абитуриентка от твоих косинусов. Все решено. Катю, худеем. Тебе лечим нервы. Ну, а я, может быть, найду себе какого-нибудь симпатичного инструктора по фитнесу. Да, хорошо. Ой, как хорошо. Тебе нравится, милый? Да, очень нравится. Молодец. Вот там под левой лопаткой, вот там чуть-чуть, да. Ой, как хорошо. Я в душ. Куда? Я жду продолжения, Леночка. Ты куда? Лена, ты скоро? Иди ко мне, моя хорошая. Ой, да-да. Давай под правой лопаточкой, давай. Вот хорошая. Ну, понижнее. Да. И под правой лопаточкой. Надо скорую отогнать, подальше поставить. Я этим займусь, а ты пока с ним побудь. А мне что с ним делать? Охранять, пылинки с него сдувать. Ага, сейчас. Я чуть пупок не надорвал, пока его по лестнице пёр. Слушай, за такие деньги, которые мы за него получим, ты будешь с него пылинки сдувать и охранять. Я надеюсь, мы быстро это провернем. Не знаю, как получится. Так, Алена Игоревна, я вас еще раз спрашиваю, кто знал о ваших отношениях с Балаяном? Я же говорю, никто не знал. Я никому не говорила. Мать, подруги. И в момент похищения вы никого не видели. Клянусь, я в душе была. Куда? Аккуратно. Еще. Очень злой. А что у нас с Хавчиком? Да все нормально, я купил. Водочки, колбаски. А еще лапша есть. Ну, а для него что? Поголодает. Не-не-не, нельзя. У него этот, как его, диабет. И что? Ему есть надо, чтобы он раньше срока не загнулся. А вы знаете, у нас очень интересный директор, китаец. Говорят, что он из китайской мафии, триады. А у китайской мафии есть такое понятие – потерять лицо. И вот у человека, который потерял лицо, у него есть один только выход. Зачем вы сейчас мне все это рассказываете? Найти виновника своей неудачи и срезать ему лицо. Но я ни в чем не виновата! Да, да. Я говорю все это к тому, что если с Балаяном что-то случится, и мы решим, что вы замешаны. Так и знал, что это швабра в деле. Да что, слепой? Она ни ухом, ни рылом. Это-то и плохо. Шеф, а это правда про господина Лифана?
Ты у него сам спроси. Отлично выглядишь. Спасибо, ты тоже. Одет? Неужели у вас на работе появился нормальный мужской бутик? Ты считаешь, что я все еще работаю охранником в торговом центре? Так. Савим Пекс, начальник службы безопасности. Мужчина, а что вы делаете сегодня вечером, а? Увы, как раз сегодня вечером у меня дела. Так. Тебя я, кстати, тоже по делу пригласил. Послушай, ну если у вас там украли вагон с пластиком, то это не ко мне. Ты знаешь, я больше по части цацок. Украли одного из директоров. Дело серьезное. Я бы хотел, чтобы ты мне помогла. О чем ты? Я тебе сейчас расскажу. Хотите получить вашего Балаяна живым и здоровым? Приготовьте 5 миллионов евро. И не вздумайте сообщать в полицию. Терпеть не могу этого Балаяна. Зачем за него платить? Откуда 5 миллионов? Завтра мы позвоним, скажем время и место, куда деньги доставить. Все. Ну, может, считаю, что это просто не доигрался. Допрыгался. Мы получили это сообщение 40 минут назад. Господин Черкасов, я не понимаю, где Балаян Тавиджайнар. Охрана. Господин Лифан, Балаян запрещал моим сотрудникам даже заходить в подъезд. Очень сложно охранять человека от его любовницы. Вообще не понимаю, зачем за него платить. Самый бедный, что ли? За тем, что он нам нужен. На нем все кавказское и турецкое направление держится. Мы же без него треть рынка потеряем. Будем покупать. Только, господин Черкасов, нужен очень надежный человек. Я сам это сделаю. Сядьте. Хотим чапа? Пейте чай. Пейте. Благодарю. Я хочу вас спрашивать, как вы будете передавать деньги? Мы сообщили похитителям номер моего телефона, они должны позвонить и сказать, где они нас ждут. Но пока мы будем ехать, я уверен, они будут менять место встречи, пока не выведут нас на точку передачи денег. А почему не надо помечать деньги, поставить жучок, кейс? Это слишком заметно. Балаян может пострадать. Ближе не прижимайся, чтобы хвост не увидели. Да вижу, не прижимаюсь. С сегодняшнего дня 3 раза в день у нас подушка. 3 раза в день мы качаем пресс. На завтрак, обед и ужин фрукты и соки. Жан, у нас всего 2 дня, чтобы вернуться прекрасными феями. Это невозможно. Вот именно. Поэтому времени у нас мало. Тебе и решенных будет некогда. Выпустите меня! Но надо было бы все-таки на 2 машинах везти. Начальство сказало на одной, значит на одной. Что за... Давай, проезжай! Слышь, курица безмозглая! Проваливай отсюда! Да брось... Ты кому звонишь? Да мужу я звоню! Вот овца!
Номера запомни. Запомнил. Сообщи Черкасову, что мы отстали. А ты чего раскорячилась здесь? Давай, да не кричи, сейчас отъеду. Мужик на инженерный пошел. Житья от этих баб нету. У нас заминочка. Хотите, запишите наши телефоны. Мы как свидетели, что они скрылись с места ДТП. Да нет. Повреждения не очень сильные, просто испугалась, руки трясутся. Ладно, нам нужно ехать. Просто нам, девочки, нужно заселиться в эти янтарные берега до обеда. Пойдемте. Девушка, пойдемте. Извините, ради бога, вы не могли бы сдать назад? Нам просто надо в санаторий, мы очень опаздываем. Хорошо. Спасибо большое. Сейчас. Спасибо. Слушай, твои гориллы, похоже, срисовали мои номера, так что я лучше уеду из города, отсижусь день в санатории. Да, заселюсь, пришлю адрес. Светочка, выдай, пожалуйста, ключ от 210 номера. Так, можете поселяться. Номер на четверых, к вам еще кого-нибудь подселят. Чего? Как это на четверых? Это что, ваучер такой, что ли? Здравствуйте. Здрасте. Ой, здрасте. Какими судьбами? А я поняла, что после аварии нужно срочно снять стресс. Тут вы со своим янтарным. Ну, я почитала в интернете, здесь очень хороший массаж. Вот, решила на несколько дней заглянуть. Ну, я не знаю, как насчет массажа, но номера здесь плацкартные. Вы одна? Одна. У нас есть четвертый. Как вас зовут? Оля. Оля. Давайте паспорт. Черкасов, как вы себя чувствуете? Как ваша голова? Вы потный? Сердце сильно стучит? Вас бросает то в жар, то в холод. Наш двойница? Это мой чай. Вы что, меня отравили? Да. Это моя страховка. Вы мне деньги. Я вам лекарство. Противоядие. У вас два часа. Дальше. Смерть. Читать. Подожди. Значит так. После культурно-оздоровительной программы я, может быть, вам на ночь почитаю. Да не надо, и так все понятно. Убийца, сын покойный. Что за ужасы вы тут рассказываете? Из полиции, что ли? Да нет, Ириша у нас великая детективщица, логик. Она убийцу с первой страницы узнает. Да просто все детективы написаны примитивно, по одному шаблону. Наш знакомый полковник сказал, что вот эта камера зафиксировала последнюю машину Черкасова. Дальше ее уже не было. Значит, после этой камеры он куда-то свернул. Надо же, какой ты умный. Я вот только не понимаю, как вы такие умные Черкасова упустили? О, значит, нужно куда-то сюда поворачивать. Да, похоже, то, что надо. Поворачивай. Четыре шага вдох. Четыре шага выдох. Четыре шага выдох. Четыре шага выдох. Итак, быстрее. Что случилось? Что случилось? Отравили. Кто, где, когда? Лифам, тварь. Для подстраховки. Ну, говори мне, что делать. Может быть, скорую вызвать, а? Какую скорую? На тебе ключи. Отгони машину. Соседний санаторий. Зайди в аптеку, возьми
Активированный уголь, глюкозу для капельницы, все, что надо. От отравления. Ну, разберешься там. Для сердца что-нибудь возьми и возвращайся. Соседки могут вернуться. Придумай что-нибудь. Ясно. А деньги? Деньги у нас. Где? Я тебе потом скажу, где. Когда вернешься. Ты еще здесь? Ты так переживаешь по поводу своего Андрея, как будто он какой-то Брэд Питт или Рокфеллер. Ничего, что я на него 15 лет потратила. Ну, 15 лет – это срок, конечно. Вот если бы ты его сразу убила, уже бы сейчас вышла. Шучу, шучу. Давайте думать конструктивно. Что тебе светит? Ну, помимо развода, документов и разборки с Наташкой. Тебе нужно найти хорошую работу и кандидата на роль Андрея. Последний, кстати, гораздо сложнее. Пойдемте в номер. Слушайте, можно же через интернет, на сайте знакомств. Да там одни маньяки и неудачники. Ну, кастинг на роль кандидата я тебе организую. Жан, ну не хочу никаких знакомств. А мне, Жан? Тебе? Ну, когда похудею. Кать, ты же у нас вроде не обделена мужским вниманием. Ну, внимание, да, но хочется-то любви. Да, в этом ты не оригинальна. Он в какой-то из этих санаториев подался. Ну, значит, надо осмотреть оба. Будем искать машину Черкасова. Ольга. Черкасов, они уже здесь. Слушай меня внимательно. В твоем номере на кровати лежит книга. Детектив какой-то. Когда все закончится, найди ее, забери. С какого начнем? А, один черт. Давай в паруса. Там шифр. На последней странице. Адрес. Отнесешь туда. Потом с тобой расплатятся. Интересно, это сделали. Да. А я не знаю. От вас, отдыхающих, что угодно можно ожидать. А, вот это хамство, дед. Мы прямо сейчас идем к директору. И все расскажем директору. Директору ходить не надо. Что у вас тут? А вы директор? Значит так. Мало того, что нас поселили в самый отстойный номер, так нас еще заперли в бассейне. И говорят, что мы сами заперлись. В какой номер вы их поселили? 210-й. Ага. Это же... Это не самый отстойный. Ну, мы вас не запирали. Чем угодно клянусь. А кто тогда? Я не знаю вообще, потому что мы сейчас все на обеде. Мы с Тамарой смотрим телек. И никого не видели, кроме вас четырех. Стоп. Четырех? Ну да. Потому что вы сначала в бассейн пошли, а потом эта ваша подружка-поскакушка спросила, где вы, и тоже пошла. Я ее сейчас порву. Девочки, а вот говорила я вам, не надо ее одну оставлять. Девочки, только без рукоприкладства. Сейчас придем, ни ее, ни вещей. Вещи она могла и раньше утащить, пока мы были на пробежке, так логичнее. А зачем она нас тогда запирала? Ну, чтобы провести в номер мужика. Мертвого мужика. Значит, не поселите нас? Я бы с радостью, но директриса приказала никого не селить. Видите, что у нас тут творится? А что, кстати, творится? Я толком не знаю. Мужика мертвого нашли. Прилично, в костюме.
Жилец? Да не, не жилец. В смысле, он не наш жилец. Ну, короче, и так не жилец. Ну. В костюме лысый с дипломатом. Не, может, он, конечно, с дипломатом, но не я его нашла. А эти постоялицы заполошные. Девочки, они нашли тело на моей кровати. Они решат, что я его задушила. Не идиотничай, просто отвечай на его вопросы. Здравствуйте, капитан Мухортов. Кто из вас обнаружил покойного? А кто был знаком с покойным? Ясно. Думаю, надо побеседовать с каждой из вас в отдельности. Кто первый? Алло, полковник, это снова я. Узнаю своих, что случилось в санатории «Янтарные берега». Только что. Давай, жду. Кровать моя. Покойник чужой. Жанну клиент пригласил, а его жена не пустила. Это не клиент. Если бы это был мой клиент, его бы нашли на моей кровати. Нет, мы втроем, мы приехали Ришины нервы подлечить. Я совершенно спокойна. Вы лучше об этой Ольге беспокойтесь. Привела непонятно кого. Заперла нас. Водить не умеет, а туда же. За руль. Нет, ну а что, у каждого встречного паспорт, что ли, спрашивать? Мы же не какая-нибудь там полиция. Ой, извините. А может, она здесь от мужа пряталась, а? А он узнал, приехал и умер. Убил любовника жены. Зачем Ольга заманила этот труп к нам в номер? Обокрасть и убить? Да она просто маньячка. Девочки, нам очень повезло, что нас заперли в бассейне. Странная история. Что-то тут не сходится. А я думаю, что просто он ее преследовал. А ей это надоело. Вот она и решила его отравить. Угу. Стрелой с Курара. А ты что думаешь? Ты же у нас детектив. Я думаю. Надо думать. Ну, соседки. Давай, подруга, счастливо. Помочь? Да нет, я сама. Пока. Пока. Ой. Привет. А ты кто? Я тебя в нашем доме не видела. Ты потерялся? Эй, подожди, ну что ты? Обиделся, что ли? Я ж просто спросила. Ну, пойдем ко мне. Пойдем? У меня котлетки есть. А как тебя зовут-то? Ой, какой смешный. Пойдем, пойдем. Привет, дорогой. Нежности потом, сначала дело. Вот имена. А вот деньги. Пожалуйста, сделай все быстро, мне очень нужна эта вещь. А я пошла в душ. Здрасте. Так, ну, куда сначала пойдем? Туда? Ну, или туда. Сейчас наклеим объявление, и найдутся твои хозяева.
здесь? Нет. Не моя. Не ваша... Собака. У меня 2 дня назад такса пропала. Вы не видели мою таксу? К сожалению, нет. Вам, наверное, надо также объявление развесить. Ну, наверное, надо. Я в интернет выкидывал, но толку ноль. А вы как своего найденыша назвали? Яша. Слушайте, а давайте я вам покажу, где собачники гуляют. Вот там точно надо повесить такое объявление. Точно? Да. А где? Туда. Спасибо. Да. Полиция увезла тело Черкасова, и денег при нем не нашли. Скорее всего, деньги у его сообщницы, к которой он приехал. Вероятно, она его и убила. Ее надо найти. Быстро. Взять деньги и убить. Сэндвич с ростбифом, пожалуйста. И вино красное, желательно приличное. Подождите. А принесите, пожалуйста, даме бутылочку Шута Мутон. Вы позволите мне вас угостить? Месье разбирается в хорошем вине. Месье разбирается во всем, что дарит даме удовольствие. Игорь. Жанна. Обычно возле этой картины мало народу. Странно. Почему? Ну, почему же странно? Чтобы понять эту картину, нужно уметь чувствовать. А немногим это дано. А что же вы чувствуете, глядя на эту картину? То же самое, что и вы. Одиночество. Святослав. Катерина. Ну, скажи мне, что ты думаешь про этот совимплекс? С виду обычная контора. Но с чего бы начальнику безопасности самой обычной конторы взять да помереть прямо у нас в номере? Стоп. Им требуется бухгалтер. А что, пойду устроюсь? Ничего ты нервничаешь. Не убьют же меня прямо там. Просто собеседование. Алло. Жан, привет. Не занята? Уже нет. И еще нет. Говори. А я сегодня на собеседование иду. Какая ты молодец. А куда? В совимплекс. Ты с ума сошла? Там же люди мрут, как мухи. Во-первых, пока только один умер. А тебе этого мало? А во-вторых, я же не по-настоящему иду туда устраиваться, а так. Разузнать, что у них там такого странного происходит. Ира, не нужно вмешиваться в это дело. Я понимаю, что после Андрея у тебя инстинкт самосохранения фактически отсутствует. Но правда не стоит. А мне интересно. Во сколько у тебя собеседование? 4. Хорошо. Мы с Катей будем ждать тебя в 5 в нашем кафе. И если ты не придешь к этому времени, и ты не будешь брать трубку, то я позвоню лейтенанту в санаторий и все ему скажу. Ой, да хорошо, хорошо. Пока. Ого! Кандидатская по математике. Было дело. И что же вы хотите к нам простым бухгалтером устроиться? Сейчас такой кризис. И потом мне сказали, что у вас в Совимплексе очень хороший коллектив. Кто сказал? Знакомые. Но только я смотрю, какие-то все мрачные. У вас что-то случилось? Все в порядке? Все в порядке. А коллектив у нас действительно душевный, дружный. Принеси мне, пожалуйста, приказы. Ну, значит, я на следующей неделе могу приступить? Да. Как раз все уладится к тому времени. А что уладится? Есть у нас тут одна проблема. Ай, девчонки, кажется, мы вляпались. Да ты что? Я тебе говорила, не надо туда ходить. Все началось еще вчера. Ира, давай по порядку. Она точно в кафе? Ну, хорошо. Я пошла. Если что, звони. Угу. За мной следит какой-то мужчина. Ну, может,
Может, просто ты ему нравишься? Кать, ну не перебивай. Ну что, мы в пятом классе, что-то нравится. Я уже несколько раз замечала его машину. Какая тачка? Такая зеленая, старенькая, неприметная. А впереди такая серебристая решеточка, да? Да. Девочки, он за мной тоже следит. Я его видела у себя во дворе. Это киллер. Он хочет нас всех убить. Ну кому? Нас надо убивать. Да, я тоже думаю, кто будет связываться с убийством трех куриц, которые непонятно зачем поперлись в полуразвалившийся санаторий. Да, это наша машина. Все совпадает. Номера, цвет, вмятины с правой стороны. Пробей по базе. У меня небольшие проблемы. Нет, я сама тебя найду, работай, как работал. Просто имей в виду, что все нужно сделать очень быстро и не засветиться. Ты меня понял? Если начальник охраны играет сам за себя с деньгами за Балаяна, а Ольга его сообщница, то... Она убивает его и забирает деньги, все ясно. Девочки, это что получается? Они теперь все думают, что мы ее сообщники? Вероятнее всего, да. Ой, ладно, девчонки, мне пора. Так, меня Яша ждет. Яша? Вот это скорость. Говорила, что не готова к отношениям. Да это просто кабель. Ну, это очевидно. Кабель спаниель. Я его около дома подобрала. Ну все, пока. Ой, Жанка, что-то мне как-то не по себе. Хватит булки есть. Ешь салат. Алло? Ирина, здравствуйте, это Владимир. Владимир? Ну, тот, который с таксой. Вернее, уже без таксы. А, здрасте. Ну что, собачку-то нашли? Нет, не нашел, но я не отчаиваюсь. Слушайте, а у Яши как дела? Нашлись хозяева? Да нет, никто пока не хочет Яшеньку забирать. А. Да, а как вы узнали мой номер телефона? Ну, это долгая история. Ну, конечно, он же на каждом столбе висит. Да, не удалось мне вас поразить. Может быть, смогу произвести на вас впечатление за ужином? Вы составите компанию одинокому мужчине, которого бросила такса? Я не уверена. Ну, пожалуйста, не отказывайте мне, потому что хочется как-то скоротать время, а без собаки дома совсем пусто. Как вы относитесь к итальянской кухне? Восторженно. Чудесно. И во сколько мне за вами заехать? Через 40 минут. Прекрасно. Тогда до встречи. О! Сказать, что я тебя увидел и с первого взгляда понял. Владимир, у меня сейчас сложный период, и, в общем, как-то все это не ко времени. Да, я не тороплю. Я просто не готова к новым отношениям, понимаешь? Прекрасно понимаю. Извини. Я не буду мешать. Алло. Ира, Ярик в другую сторону смотрит. Катя, скажи нормально, что случилось? По порядку. Мне кажется, у меня кто-то был. Ира! А может быть и есть. Ну, все же нормально. Пока нормально. Все живы-здоровы. Пока живы-здоровы.
Успокойся. Ирочка, приезжай, пожалуйста. Хорошо, скоро буду. Черкасов и женщина были вместе. Искать контакт. Что другие женщины? Проверили их со всех сторон, они точно не замешаны. Оказались просто не в том месте, не в то время. Обычная жизнь, ничего подозрительного. Мне нравится, они в этом месте. Как долина чудесна, и нет в ней случайного ветра. Послушайте, давайте полицию вызовем. Подожди. Ну а что ты им скажешь? Я точно помню, череп смотрел в другую сторону. Ты представляешь, что они тебе ответят? Катя, ну почему ты так в этом уверена? Да я вам говорю, у меня память фотографическая. Я когда пришла, Йорик смотрел на картину, а должен был смотреть на стол. И книги были сдвинуты. Ну почему вы мне не верите? Действительно передвинут. Здесь есть следы от пыли. Но, может быть, ты сама случайно сдвинула и забыла? Не делайте из меня дуру, здесь явно кто-то был! Катя, ну успокойся, пожалуйста. Это я твои вещи передвинула, когда ночевала у тебя. Ты трогала Йорика? Что такого? Ну, предположим, трогала. Так, скажи, вещи какие-нибудь пропали? Да вроде нет. Бедная. Бедная ты, Катя, бедная. У тебя даже украсть нечего. Да как нечего? А картины? На Сотбисе за миллионы уйдут. Это да. Лет через 200, когда нашу Катю признают гениальной художницей 21 века. Я вас вообще-то позвала не творчество мое обсуждать, а за сочувствием, но за советом. Ну все, успокойся. Я тортик принесла. У-у-у. Сейчас валерьяночки накапаем. Иди ставь чайник. Только не затягивай, а то мне еще с Яшей гулять. Срочно спускайся! Алло, а это Катя. Приезжай ко мне, пожалуйста, а то мне так страшно. Отчет о слежке за последние сутки. Так, прочтите и запомните это описание. Есть вероятность, что эта женщина появится рядом с подозреваемыми. Кажется, именно ее я видел вчера у дома объекта номер один. Какого объекта? У дома Ирины Снегиревой. Полагаю, эта женщина со своим сообщником проникла в квартиру Снегиревой, когда-то вернулась домой, напали на нее. И убили? Нет. Все есть в отчете. Черт, так надо было проследить за ними. Теперь ищи свищи. Не свищи. Я уже видел сообщника. Я знаю его адрес. Могу подежурить. Хорошо.
Тогда временно переключайтесь на эту парочку, но как только Ольга объявится, сразу дайте мне знать. Свободно. Ириш, очень больно, да? Да, терпимо. Обидно просто. Попалась как девчонка. Ты в травме была? Была. Спасибо. Сказали, важные мозговые центры не задеты. Соображать смогу, но вот напрягаться не стоит. Вообще забудь об этой истории. Катя права. Нападение на тебя было совершено после посещения свимплекса. Все не так просто. Дело не в этом. Давайте рассуждать логически. Все, что с нами произошло в последнее время, связано с этой историей в пансионате. У тебя в квартире что-то искали. У меня кто-то побывал. Ты хочешь сказать, что я на очереди? Возможно. Ясно одно. Мы не просто свидетели смерти в пансионате. Если бы мы видели что-то не то, возможно, нас бы уже вообще убили. Ой, мамочки. Логично предположить, что у нас есть нечто, что нужно бандитам. Давайте-ка, девочки, думать, что бы это могло быть. Итак, тем, кто за нами следят, нужны не мы, а то, что у нас есть, так как посетили они нас в наше отсутствие. А ты просто не вовремя зашла. Кать, это что такое? Пригласительный на выставку, я же вам давала. Да нет, вот это. Это буклетик. Еду заказывать в ресторане. Вкусно очень. Я в курсе. Откуда это? Да не помню я. Честное слово, не помню. Еду-то заказывала сегодня ночью на две персоны. Второй был мужчина, брюнет, высокий, симпатичный, карие глаза, грустная улыбка. И зовут его Святослав. А что же вы чувствуете, глядя на эту картину? То же самое, что и вы. Одиночество. Игорь. Месье разбирается в хорошем вине. Месье разбирается во всем, что дарит даме удовольствие. Владимир. Девочки, что-то я ничего не понимаю. Ну, я вас поздравляю. У нас на всех один поклонник из рода Рюриковичей. Чего? Имена выбирает княжеские. Он художник. Да какой он художник? Аферист он. У меня не был. Напрашивался, но не был. А у тебя? Да. Нет, поэтому он и полез ко мне в квартиру. Мое отсутствие. Он же знал, что я поеду к подруге. Ладно, с этим бараном разберемся потом. Давайте думать, что ему от нас надо. Девочки, ну почему мне так не везет с мужчинами? Он такой симпатичный. Ну, Катюня, не стани. Соберись. Давай, напряги мозги. Я не могу вас переселить, номеров нет. Смеетесь? Мы домой, отдых удался. Ну вот, только вещь разобрала. Катя, собирайся, пожалуйста, быстрее. Да собираюсь. Я могу забронировать для вас номер через неделю. Спасибо, мы воздержимся. Там на кровати книжка лежала. Книжка? А, да. Ну, я ее машинально сунула в сумку. Ну, твой детектив, Ирка. Мой детектив? Ну да, где ты вычислила сразу преступника, а я тебя еще хотела проверить. Так-так-так. У меня в квартире кругом были разбросаны книги. Здесь тоже явно искали книгу. То есть Игорю, Святославу, Владимиру от нас нужна книжка? Скорее, Ольге. Она как-то связана с нашим многоликим поклонником. Так, надо бы еще выяснить, зачем. Жанка... С тебя книга. 22-28. Объект номер 4 направляется к подъезду. Да. Она объявилась. Уверен, это она. Идет к подъезду. Хорошо, прослежу, когда выйдет. Кто там? Открывай.
герой-любовник. Алло. Ирина, здравствуйте. Я звоню вам по просьбе Кати. Да. Она плачет, ничего толком объяснить не может. Я не знаю, что делать. Что случилось? Ну, я нашла ее на площадке, она рыдает, просила вам позвонить. Дайте ей трубку. Да у нее истерика, говорить не может. Господи, где она? Ну, запишите адрес. Я запомню. Яша, скорее. Да. Катя! Катя, ты... Садитесь! Садитесь, быстрее, времени не думать! Кто вы? Только правду, я знаю, вы за мной следите. Вас наняли? Кто? Какой напор. Слушайте, давайте все по порядку. Я Ивушкин. Сергей Ивушкин. Частный детектив. Пристегните, пожалуйста. Считайте, что просто немного подвез вас до дома. Ну, не скромничайте, спасли. И не в первый раз. Да-да-да. Я узнала ваш характерный одеколон. Это вы донесли меня домой после нападения в подъезде. В постель уложили. Ну, я просто донес. Осмотрел. Ну, удар был несерьезный. Ну, правда, уберечь вас от этого удара я, к сожалению, не смог. Ну, конечно, вам же за это не платят. Слушайте, ну перестаньте ерничать, а? Я же знаю, что вы в эту ситуацию попали совершенно случайно. Ну, позвольте мне помочь вам в ней разобраться. Ух, я боюсь, в моем бюджете нет на это средств. Я же предлагаю вам помощь. Помощь, а не работу по найму. И, кстати, раз уж я здесь, позвольте проводить вас до квартиры во избежание вчерашних инцидентов. Но только до двери. Улягусь я в этот раз сама. Ну, а чего на сухую-то сидеть? Ну, чего ты на меня так смотришь? Открывай. Ну, от водки мы напьемся и будем плакать. А тут газики, настроение улучшается. И потом, это единственное, что было у меня в доме. Наливай. Мое любимое. Да? Хорошо. Не чокаюсь. Пусть земля ему будет пухом. Козлиня. Я не пойму, что празднуем. Поминки. По любви. Ну, а мне надо было Катюню как-то успокоить, привести в себя. У меня никогда такого стресса не было. Девочки, я столько убитых мужиков никогда в жизни не видела. Сразу два. По крайней мере, второго трупа можно было избежать, если бы ты не поперла к нему выяснять отношения. Девочки, ну мы же договаривались. Ты что, Ирк, ну узнать такое про любовника и не выцарапать ему глаза? Жанка, от тебя я вообще такого не ожидала. А теперь скажите-ка мне, кто из вас его расцарапал? Да ты за кого нас принимаешь? Я его вообще последний раз мертвым видела. А я живым? Детка. Ты вовремя пришла.
прямо сейчас мы с тобой рванем в ресторан. Завалимся ко мне. Единственная моя. Единственная? Ага. О! Интересно, мы что, открываем новые горизонты? Горизонты. Ты чего? На! Это тебе за моих подруг! Детка, ты чего? Детка, имя мое забыл! Прекрати ты! Чего тебе от нас надо? Да ничего мне не надо! А ну, открой дверь! Если еще раз я тебя увижу рядом с собой и моими подругами, то ты останешься без причиндалов! Капеллина. Я даже ничего сказать ему не успела. И по морде дать тоже не успела. Ну, надо было раньше прийти. И стать свидетельницей убийства. Ты чего несешь-то, Жан? Катюня, давай, сосредоточься. Вот ты вошла, и что? И? Онемела. Вот ты говоришь, онемела, да? А между прочим, соседка нашего любвеобильного Рюриковича позвонила мне и сказала, что ты в истерике валяешься под его дверью. И, между прочим, меня и тебя назвала по имени, у нее есть мой номер телефона. Так что если ее спросят... Какая соседка? Не было никакой соседки. Я никого не просила звонить. Приехали. А тогда кто тебе позвонил? Тот, кто убил. Да. Голос показался мне смутно знакомым. Ольга? Мужчина, который работал на Ольгу, вчера был найден мертвым в своей квартире. И какой вывод? Очень простой. Эта девица смертоносна. Учитывая, что это уже второй труп за короткое время на ее пути. Почему второй? А как же ваш начальник безопасности? Вы, господин хороший, тратите мое время на досужие домыслы. Вы копайте туда, куда вам оплачено. Хорошо, тогда так. Ольгу отследил. Адрес в папке. Ну, вот это уже лучше. А вот эти барышни совершенно ни при чем. Знать ничего не знают. Ольга через своего помощника искала у них какой-то артефакт. Видимо, нашла, поэтому помощника устранила. Так что, думаю, теперь она здесь долго не задержится. Ну, собственно говоря, и мы... Не будем тратить драгоценное время. Ваша работа закончена. Вот оставшаяся часть гонорара. Берите. И прощайте. Очень хорошо. Вчера вечером в этом доме, что за моей спиной, произошло убийство. Кто этот преступник, сейчас следствие точно сказать не может. Но есть женщина, которая может быть и свидетелем убийства, а может и убийцей. Ее приметы – волосы рыжие, рост средний, телосложение полноватое. Была одета в яркое пестрое пальто и туфли-лодочки. Все, кто ее видел или имеет сведения о ее местонахождении, просьба позвонить это по телефону 02. Даже не похоже. Репортаж Лепетов. Все, прекрати истерику. Катюня, с сегодняшнего дня ты под домашним арестом. Нет, я не могу в замкнутом пространстве. Я не выдержу! Ну, считай, что у тебя творческий отпуск. Будешь писать картину, но тебе же нужно выплеснуть эмоции свои куда-нибудь. Нужно. Девочки, помогите, пожалуйста, пожалуйста, сделайте что-нибудь, девочки! Я не хочу умереть за стену! Успокойся! У нас есть один арсенал. Шопинг. Ага, ты мне что, новое лицо купишь и домой привезешь? По крайней мере, новый плащ. Милая, на пару слов буквально. Но если вы так просите. Жан, все, что с нами происходит, связано с этой книгой. Вот ты вернулась, вошла домой, и что? В тот день я ночевала в квартире родителей.
Я все вывалила на кровать, вещи, книжку. Ну, полистала ее немножко. Ну, и что? Утром я проснулась, сложила постель. А дальше я не помню. Это плохо. А давай вот эту шубку купим Катьке. Ну, не издевайся. Давай лучше думать, что стимулирует твою память. Хороший секс. Что еще? Хорошее платье. Как насчет вот этого? Ну, это слишком. Жанна, в этой книге что-то есть. Что-то очень важное. А может быть, там была открытка какая-нибудь вложена? Или картинка какая-нибудь? Жанна, а может, там была страничка загнута? Знаешь, так бывает. Я вспомнила! Там были слова подчеркнуты отдельно. Стой, не шевелись. Шляпа работает. Не снимай! Мы ее берем. Я плачу. Вы приехали один. Службы безопасности я не вижу, так что наверняка мы сможем договориться. Как ты собираешься искать деньги? Черкасов оставил зашифрованное послание. Я его найду, и дело будет сделано. Так что? Обсудим условия? Условия? Ну ты наглая. О пощаде должна умолять. Я ее умоляю. Только, пожалуйста, давайте пропустим этот душещипательный момент и перейдем сразу к делу. Давай. Рассказывай все и по порядку. Ну, Черкасов оставил шифровку, которая случайно оказалась у одной из этих трех баб. Мой помощник их обрабатывал. А я тебе что, мало пообещала, а? Не, не мало. Но я считаю, что честнее будет, если мы поделим найденное пополам. А я тебе спешу напомнить, что мы еще никаких денег не нашли. Ну, с твоими-то талантами мы точно найдем. Ну, вот именно, что с моими талантами. Не передергивай. Либо бабки пополам, либо разбегаемся. Ну, а что ж пополам? Забирай все. Слышишь, не надо со мной так свысока. Иначе расскажу там, где надо, о всех твоих делах. И прилетишь птичкой на зону, там и сядешь на зимовку. Ясно тебе? Руку убери. Пепельницу принеси. Считай, что мы договорились. Он напал на меня, стал душить, требуя ваши деньги. Это была самооборона. Ну-ну, дальше. Ну, а дальше я стерла отпечатки пальцев, а вот уйти не успела. Но тут нарисовалась одна из подруг. Ну, а поскольку эта клуша в полицию не позвонила, мне пришлось это сделать за нее. А заодно я подставила и Ирину. Ирина? Здравствуйте. Здрасте, Сергей. Надеюсь, все в порядке? У меня просто есть несколько вопросов. Если вы, конечно, не заняты. Да, я свободен. Готов с вами встретиться в любой момент. Подъеду, куда скажете, захвачу все по вашему делу. Я вышлю вам адрес в СМС. Хорошо, до встречи. До встречи. А кому ты свидание назначаешь? Жан. В свете последних событий можно забыть про свидание лет на 200. Это по делу. По какому делу? Кто это? Да просто знакомые. Хотела проконсультироваться. Симпатичный хоть? Ну, ты в своем репертуаре. Чай лучше и книгу привези. Вот тебя вообще ничем не проймешь. Штирлиц-то в юбке. Давай уже, езжай за книгой. Ладно. Поехала. За салат заплатишь. И шляпу не снимай. Не буду. Девочки, мне только зеленый. Я вас умоляю, пожалуйста. Это вам не поможет. Картину пишите, стресс снимайте. Скажу вам, как человек опытный. Стресс после убийства снять невозможно. Но я не... А это вы будете рассказывать в полиции.
Если вы отдадите мне книгу, которую случайно прихватили в санатории, я забуду про вас навсегда. Ну, вы знаете, мы не знаем, где она. То есть мы ее искали, а ее нет. Наверное. Книгу. Иначе будешь малевать свои картинки на зоне. А училке твоей детей поубавится, а у третьей начнутся проблемы в бизнесе. Не разреши. Не надо так. Думай быстрее. Я тебе все сказал. Это книга. Ну, господа, оставшиеся в живых, очевидно, продолжают ее искать. И, учитывая мою шишку на голове, будут делать это не очень деликатно. Ну, замешаны большие деньги. И книга – ключ к этим деньгам. Ну, допустим, мы отдадим им книгу, но это же не гарантирует нам безопасность. Ирин, давайте так. Для начала восполним все наши пробелы. Составим список всего, что мы знаем. Фигуранты, мотивы, схемы начертим. И все хорошенько проанализируем. Тем более вы делаете это очень хорошо. Приятельница Черкасова, это Ольга, судя по всему, успела уехать из города. А деньги? Видимо, у нее. Полиция ее найти не может. Надо искать женщину срочно. Мы будем искать, но шансов мало. Что было, Ян? У нас нет денег. Я предлагаю забыть о Балаяне. Мы использовали все методы. Будет нехорошо. Но без беды очень твердо и в реку. Должна быть система. Ира, у нас одна кандидатская по математике на троих. И то твоя. Только на тебя надежда. Так. У мужика компьютера под рукой не было. Времени было мало. Книга к нему попала случайно. Должно быть что-то очень простое. Тут, кстати, еще какой-то адрес. Вот, смотри. Вообще, может быть, даже это не Черкасов написал. Девочки! Но вдруг он опять мне позвонит, я же не выдержу. Жанна, Жанночка, а можно я ему скажу, чтобы он тебе позвонил? Можно. У меня нервы крепче. Пусть звонит. А где второй? Следит за сидельцем. Рыдки он у вас. Все время пытается сбежать. И предлагает деньги за себя. Вот думаю, не согласится ли. А то от вас одни обещания. Кинет, он вас кинет, как всех кидает, я его хорошо знаю. Кстати, вот вам на текущие расходы. Долго нам с ним еще сидеть? Мне нужно еще пару дней, чтобы решить вопросы. Я сразу с вами полностью расплачусь. Ну, надеемся, а то ведь можем отпустить. А вы за дополнительную сумму? Нет, со 105-й связываться не будем. Понял. Понимаете, мне нужно больше данных о Черкасове. Чем он занимался до того, как устроился в Савинплекс? Ведь, возможно, это и есть ключ к пониманию, где спрятаны деньги. Да. Да, кстати, Ир, я тоже хотел вам сказать. Вам не кажется слишком странным вот момент между ДТП и его появлением в пансионате? Да, я тоже на это обратила внимание. Времени было не так много, чтобы спрятать деньги. Он мог, конечно, подготовиться. А знаете что? Можно на карте очертить возможные пути отхода, вычислить область по времени и точно определить объект, где он мог это сделать. А вы мыслите как математик? Пытаюсь соответствовать вам. А откуда вам известно, что… Ну да.
Вы же собирали обо мне информацию. Да уж, Гриша. Наташа? Мама, здравствуй. Что случилось? Что ты тут делаешь? Пыталась попасть домой, но ключи не подходят. И папа мне все рассказал. Так. Здравствуйте. Познакомься, это Сергей. У меня нет особого желания знакомиться с твоими друзьями. Жду тебя у квартиры. Извините. Да нет, нет, все в порядке, я все понимаю. Я позвоню вам, когда у меня будет информация. Я не могу понять, что произошло, и не хочу, чтобы вы разводились. К сожалению, это уже происходит. Мы с папой приняли решение. А меня вы спросили? Вообще-то это наше дело. Мы хотели тебе объяснить, все рассказать, но все не так просто. Тут надо даже не слова подбирать, а буквы. Буквы. Да, буквы. Секундочку. Конечно. Я сейчас. Так. Мама! Ты меня слышишь вообще? Эй! Так. Мама! Я вообще-то с тобой разговариваю. Ой, это важно. Прости, пожалуйста. Извини. Ты просто пойми, что это очень больно. Осознавать, что ты уже не единственная, что ты на втором месте. Вторая буква. Не первая, вторая буква. Конечно. Мама, я тебя предупреждаю. Если папа не вернется, тогда я тоже уйду, понятно? Наташ. Я все сказала. Сейчас. А, Цин Хао Чао Пьен? А, так. Ну ты хоть! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите! Помогите кто-нибудь! Там, где я тебя нашел, ячейка 15. Речь, видимо, об Ольге. Ну, где я нашел? Я вообще не могу понять, как ты догадалась, что нужно брать вторую букву каждого слова? Да просто, когда в голове все время крутится, оно как-то само приходит. Ну, Ирка, ты умная. Надо все-таки проверить этот адрес. Здесь есть имя Валентина. Если его написал Черкасов, то Валентина, возможно, его знакомая. Нужно узнать, что ей о нем известно. Этим займется Жанна. Почему я? Потому что тебе, как нотариусу, будет проще найти повод для беседы о покойном. А я? Мне что-то так и сидеть, как княжне Таракановой. Вот и сиди, княжна. Отдохни от мирских дел. Будь очень внимательна. Угу. Я не смогу с тобой поехать. Почему? Мне надо решить проблему с Наташей. Что случилось? Она ушла из дома. Господин Ивушкин, хотите обед? Спасибо. Я сегодня на диете, господин Лифан. Хорошо. Я вас знаю, вы меня знаете. Чаю. Наташенька. Спасибо, что пришла. Мам, давай без вступлений. Ну и о чем ты хотела со мной поговорить? Ну и как ты? Все хорошо? Мам, как у меня может быть все хорошо, когда вы разводитесь? Твой любимый фруктовый. Я заказала. Я и сама могла. У меня есть деньги. Папа дал. Понятно. А ты поняла, почему мы разводимся? Ну уж не маленькая. Мамуль, ну прости ты его. А ты бы простила? Ну, не знаю.
Ну вот и я. Не знаю. Расскажите, кто вас нанимал, пожалуйста. Что вы его нашли? Господин Лифан, мне кажется, вы должны понимать, что от этого зависит моя репутация как частного сыщика. Все, что передано заказчику, мной уже давно забыто. Собственно говоря, как и имя клиента. Пейте чай. Мам, я хочу, чтобы все было как раньше. Подумай об этом, пожалуйста, и мне пора. Наташенька, подожди. Давай в следующий раз подольше посидим. Или куда-нибудь сходим. Хорошо, я позвоню. Я же тебя люблю, Наташа. Я тебя тоже люблю. Кстати, это его зайчик, тупая как пробка. Папа к тебе обязательно вернется. Этот человек Полищук. Вы знаете все. Найдите мне деньги. Ваш процент 10. И ради этого предложения вы устроили весь этот цирк с конями? Похищение, мешок на голову. Испытывал. Вы не трус. Не сказал имя. Значит, не доверяете своим сотрудникам? Я доверял Полищук. Я доверял Черкасов. Теперь я ищу свои деньги и их женщину. Одно условие. Виновных я отдаю полиции, а не вам. Пусть. Да, и еще. 10% это от чего? Много. Хватит. Проходите, вы меня извините, я тут кручусь, пока ребенок спит, надо много успеть. Да нет, я на самом деле много времени у вас не займу. Присаживайтесь. Спасибо. А, простите, я по телефону не расслышала. Жанна... Эдуардовна. Жанна Эдуардовна, а вы сказали, что дело связано с каким-то наследством. Да, совершенно верно. Дело в том, что я нотариус, и в моем ведении сейчас находится дело о наследстве некого господина Черкасова. И в его завещании упомянуто ваше имя. Саша. Да. А что с ним случилось? Скоропостижная смерть сердца. А вы его хорошо знали? Да. У нас с ним сын. Сын? Мы год вместе жили. А потом? Потом родился Ваня. А он не хотел детей? Да нет. Я на Сашу зла не держу. Дело в том, что Ваня болен. У него синдром Кашеверштрассе. Это редкое нарушение обмена веществ. Ребенок год от года слабеет, медленно угасает. А Саша просто не мог на это смотреть. И... Ну, в общем, он ушел. Потом, конечно, винил себя, жалел. Но так и не смог найти себе сил, чтобы вернуться. Только деньги прислал. Ой, простите, можно я пойду на кухню, посмотрю, там обед готовится? Да, конечно. Иди. Здрасте. Привет. А как тебя зовут? Ваня. Мам, я проснулся. Ой. Ванечка, хорошая. Угу. Мама, а мы сегодня пойдем в парк кататься на велосипеде? Ну, конечно, пойдем. Только сначала покушаешь, а пойдем, но без велосипеда, хорошо? Просто прогуляемся. Ну, давай, иди на кухню. Я сейчас приду, тебя покормлю. А Ване как-то можно помочь? Можно. Есть один препарат, недавно выпустили, приказматурин. Нужно 5 курсов для того, чтобы полностью излечиться, но один курс стоит 60 тысяч долларов. Ну, очевидно, Черкасов именно поэтому указал в завещании ваше имя. Он просто хотел помочь сыну. Возможно. Теперь ясно, почему Черкасов решил украсть деньги.
из чувства вины. Можно сказать, пожертвовал собой. А я предлагаю, если найдем деньги, то часть отдать на больного ребенка. Вот. Я согласна. Но только почему часть? Давайте все отдадим. Все мы отдадим озлобленным хозяевам, чтобы они от нас отцепились. Нет. Ну, чуть-чуть мы возьмем себе на ресторан. Но нам же нужно как-то стресс снять. Остальное отдадим Вале. И подставим Валентину с ребенком под удар. Вообще соображаете? Хорошо, что ты предлагаешь? Смотрите, шифрованная записка адресована не Ольге, как мы думали вначале, а Валентине. И там написано «Нашел». Какая ж я идиотка. Надо было у нее спросить, в каком супермаркете он работал. О, ну я бы тоже не догадалась. Ир, надо было тебе идти. Да. Она сказала «супермаркет», значит, деньги в ячейке этого супермаркета. Ну, а как ты узнаешь? У меня свои источники. Ой, что-то ты не договариваешь. Что ты от нас скрываешь, Ир? От вас скроешь. Вы всю душу вынете. Все, ладно, мне пора с Яшей гулять, кормить его. Ой, мне пора. Надо в контору работников своих проверить. Ну, сейчас она поднимется домой, а потом пойдет гулять с собакой. Я подгоню машину поближе. В смысле? Вы что, решили в машине отсидеться? Ну уж нет, я не собираюсь с ней одна возиться. Черт! Кто это? Сыщик, про которого я тебе рассказывал. Ему-то что здесь надо? А это он меня вычислил? Да. Интересно. А он вообще в курсе про похищение, про выкуп? Не уверен, но мужик дотошный. Я все хороший. Как вам удалось так быстро собрать информацию на Черкасова? Один очень специфический человек помог. Да? Не хотите говорить? Почему не хочу? Хочу, но не могу. Обещал. В любом случае, вы можете быть спокойны. Вам и вашим подругам ничего не угрожает. Да. Есть. Что, что-то обнаружили? Так, сиди, Яша. До Свимплекса Черкасов сменил несколько мест работы. ЧОПы, да. Вот, пожалуйста, личный телохранитель, угу. Начальник службы безопасности торговой сети Celebrity Plus. Ячейка камеры хранения в супермаркете. Слушайте, хорошая идея. Смотрим место ДТП. Два магазина сети. Так, а ДТП у нас было в районе 10 утра. Угу. Значит, второй. Почему это? Потому что возле первого в это время постоянные пробки. Поверьте мне, как автомобилисту. Вот и тогда мы поняли, какой это может быть супермаркет. Мы? Кто это мы? Я и мой мозг. Девочки, я себя в этом плаще чувствую, как на похоронах. Причем праздную я одна. Ну, пообещайте, что когда мы найдем деньги, купим что-нибудь другое. Ну, пожалуйста. Катя, не сейчас, не до этого. Стоп, я вижу ячейки. Пошли. Наша номер 15. Она закрыта. А ты хочешь, чтобы сумка, набитая деньгами, лежала в открытом ящике? Девочки, что нам делать? Вскрывать. Как? По-женски. Прикройте меня. Все хлипкие. Есть. Ой! Грабят! Грабят! Ах вы, ворюги! Да что ж такое? Не успеешь в аптеку отойти, у тебя ж последний кефир запрут. А что, это ваша сумка, что ли? Нет, Фиделя Кастро! Яша, привет! Привет! А мама дома? Ты что, один? Ну, давай ей позвоним, сейчас узнаем, где она. Сердце останавливается, так инфаркт получит недолго. Алло? Алло, мам, привет, я дома. Наташа, что-то случилось? Чего мы дожили? Нет, страшно, страшно. Никуда не уходи, я скоро буду. Наташка дома. Хорошо, что-нибудь приготовить? Посмотри что-нибудь в холодильнике. Женщина, успокойся. Приготовь что-нибудь сама. Посмотри, какие обнимаю, пока. Вы знаете, что из-за таких, как вы,
Без охраны не надо дурка такое сюда говорить. Иди сюда. Здравствуйте. А Ирину Сергеевну я могу увидеть? Ой, как хорошо. Здрасте. А это вы, новый мамин друг. Ладно, заходите, мама скоро будет. А я, значит, прихожу такая домой, а сумки-то моей нет. А я с утра вроде ее с собой носила, где оставила, не помню. А там у меня документы, успокоительные таблетки, помада любимая. И килограмм, 2 килограмма клубники. Я все понял. Значит, вы оставили вашу сумку 2 дня назад у нас в магазине. Ну? Ой, это я же говорю, я пришла за покупками, потом пошла покупать платье, потом я еще... Я все понял. И вы пришли сейчас забрать вашу сумку, ключ вы где-то потеряли и попросили помочь подруг. Ой, ну какой вы непонятливый, ну говорю же я вам, ну... Посмотрите на нас. Я нотариус. Для вас без очереди. Просто Катюня у нас, она немножко эмоциональная. Ее нельзя одну оставлять. И это я понял. Вот. Но почему вы сразу-то к охране не подошли? Не спросили? А, считайте это ярким примером женской логики. Ну просто когда у нас кто-нибудь забывает вещи в ячейках, мы по инструкции после закрытия магазина открываем их и сдаем на хранение до востребования. Сейчас посмотрим, какие тут у нас есть сумки. Ну, знаете, такая коричневая, большая. Я понял, понял. Знаете, видимо, вы были в другом супермаркете. Никаких подобных сумок у нас нет. Ну, Катя, ну какая же ты у нас... Ну, извините, пожалуйста. Ради бога, извините. Анатолий, просьба, выведи этих девушек на улицу через служебный вход. А то у меня опасения за здоровье наших покупателей. Там еще пенсионерка с авоськами. Пойдемте. Либо там не было этих денег, либо охрана их себе присвоила. Да нет. Иначе они бы все засуетились. Девочки, а вы не думаете, что это может быть другой супермаркет? Кать, может быть, но вообще-то мы все просчитали. Ир, ты вообще определись, я или мы? Ты уже который раз оговариваешься. Я имею в виду Яшу. Ну, конечно. Я с ним все время советуюсь. Угу. С вами-то бесполезно. Да-да. Так вот, мы с Яшей все просчитали. Черкасов все написал верно. Просто это не те ячейки. Да? Да, это служебные шкафчики. Вы помните, как нас выводили? Да. Точно. Идем. Ну, так только нам туда теперь не попасть. Охрана-то нас запомнила. Все. Придется отдать книгу. Ну, испортим, конечно, шифр, адрес затрем. Пусть сами разбираются. Ну, мы не сможем никак попасть в служебное помещение. Да. Девочки, сможем. И я знаю, как. Вот же безбашенный, просил же. А, девчонки, ну мы крутые, прям как в кино. Надо было рации еще купить. Да вы и так много болтаете, вам еще рации не хватало. Надо подумать, как выманить охранников. Ой. Девочки, подождите. А? Девочки, может быть, урну подождем? Этого вообще никто не заметит. Девочки, вы что все усложняете? Здесь столько машин вокруг. Ты что, хочешь машину сжечь? А? Жанка! Ох, сильно. Тише. Девочки, вообще никого нет. Гуляй, не хочу. Катя, мы сюда не шопиться пришли. Мы же можем что-нибудь выбрать. Так, нужно скорее шкафчик найти. О, девочки, какое платье!
как бы его померить? Потом, потом. Наши деньги. Катя! Угомонись, тихо. Ключ наверняка у начальника охраны. Точно! Точно! Серега, это ты? Погоди, я тебя открою. Серега, ты где? Это они. Наконец-то. Неужели? О! А что это вы здесь делаете? Стоять! Первый! Стоять! Первый у нас проникновение! Стоять! Быстрее! Куда? Стоять! Ты чё, мужик? Здравствуйте, девушки. Спасибо, что нашли деньги. А теперь давайте их сюда. Так, а теперь медленно, спокойно спускаемся вниз. Но вперед! Ну, пожалуйста. Ну, давайте поделим деньги и разбежимся. Там на всех хватит. Ну, я вас очень прошу, ну, пожалуйста. Замолчи ты. Девочки, делать-то что будем? Я не знаю. Что значит не знаю? Сама все это заварила, а теперь не знаю. Девочки, ну я-то вам зачем? Меня отпустите и все. Замолчи. Я знаю. Кейс мне. Быстро. Ты вовремя очень. А ты, тварь, молчи. Тебе точно сегодня не жить. Давай, давай деньги. Я же за эти бабки вас сейчас легко, как куропаток, всех перестреляю. Вы что, не понимаете? Осторожно сзади. Здравствуйте, Сергей. Какими судьбами? Добрый вечер, Ирина. Вы хотите забрать деньги? Нет, хочу их передать тому, кому они действительно принадлежат, чтобы у вас проблем меньше было. Молодец, Ивушкин. Работает не одна голова. Одна крыса.
портит котел похлебки. Ну чё? Недоступен. Телефон отключен. Вот гад, кинул! Я же не двигался! Я тебе говорю! Руки на голову! Я жертва! Меня пустите! Не дергайся! Погулял! Все-таки встал, паскуда! Ну что ж, прощайте. Ваши 10%? Ах, да. Вы знаете, это не моя заслуга. Отдайте лучше их вот этим трем прекрасным барышням. Это они обнаружили и вернули ваши деньги. Ну, Семен, да, мы благодарю. Нашли деньги. Ваша премия. Ой, нам от вас никакой премии не нужно. Это очень благородно, но оставьте эту премию, пожалуйста, тому, ради кого Черкасов украл эти деньги. Дело в том, что у него есть тяжело больной ребенок, и Черкасов собирался эти деньги потратить на его лечение. Юси Хуан, мне нравится. Вы все молодец. Ваш Ивушкин тоже молодец. Ваш Ивушкин? Ира, ты должна нам все объяснить. Ира, немедленно. Моя выставка, ну, моя серия картин, задумывалась как мои впечатления. Так, просто в последнее время мне пришлось... Мама, а твой портрет здесь тоже есть? Думаю, где-то там. Ира, Наташа, привет. О, папа, ты тоже тут. Здравствуй. Ну ладно, вы тогда общайтесь, я пойду тетю Катю поздравлю. Я выпью шампанского? Я тебе выпью. Ладно, родители, я пошутила. Ира. Я хочу попросить у тебя прощения. Я расстался с этой. Ну, с ней. Очень тебе сочувствую. Ты можешь меня простить? Я хочу вернуться к тебе. К Наташе. Андрей. Я пока так не могу. Поживем врозь. Ты хорошо выглядишь. Свою выставку я посвятила друзьям. Ну, не знаю, может... Катюша! А, ой, извините. Привет, подружка. Ир, ну как я выгляжу? Ты прекрасно выглядишь. А на фоне своих картин вообще феерично. А что это мы здесь шепчемся? Да вот решаем, что лучше. Катина новое платье или ее картины. Я тут, кстати, пообщалась с твоим Илушкиным. А что это? Сразу с моим. С твоим, да-да. Тихоня. Он рассказал, что на Ольгу с Полищуком завели уголовные дела. А Валентину с сыном направляют на лечение в Германию. Лифан! Он самый. Я так рада, что мы все это распутали. Вы знаете, скоро буду скучать без приключений. Катюня, умоляю тебя. А давайте выпьем, чтобы больше никаких приключений. Клянусь. Ира! Ира! Клянусь. Oh.